В общем, вот, ребят, у нас такая происходит тут разруха после сауны. Пришли в квартиру, подсоединили караоке кое-как. Куча аппаратуры, куча техники. Аня тут по кровати ногами ходит, но это ладно. Хорошо, я больше тебе ничего не делаю. Наряжаем квартиру, вот. Пацаны тут, девчонки, что у нас тут делаете? Шары надуваете, что ли? Охренеть, блин. Никого мы не провожаем. Юбилей. Девчонки. Я надуваю, короче. Рома. Че, шар надуваешь, что ли? Ну-ка покажи. А я пойду пока окно красивое сниму людям. Покажу, как я нарядил тут с Новым годом. Только тут огоньки мало горят. Ну, в темноте будет лучше. Вот так вот у нас горит окошечко. С Новым годом. Тут всякие Дед Морозы, снеговички, снежиночки. Сейчас к нам еще едут люди. О, сидят, надувают. Нарядили, короче, тут квартиру. Люстру тоже украсили, не пойми чего тут, ладно. Самое главное, мы накрываем стол, ребята. Так, овощная нарезка. Ой, бля, мясная, икра. Еще икра. Салат витаминный, салат восточный, салат Цезарь с сухариками, оливье, еще Цезарь. Сейчас еще картошечки поставим горяченько греть. Бокалы Мартини уже готовы. А у нас еще не может. А про бокалы-то, блин. А бокалы-то зачем? Сейчас мы зайдем 9 в сервант и будем петь бокалы. Ой, будем пить из бокалов и петь караоке вместе с вами, отдыхать и веселиться. Всем передает привет Олежка. Я сегодня юбилей. Тридцаточка. Так, ребят, вот, все, наступило день рождения. Ребята выстроились в круг. Теперь начинаем. Теперь вы все начинаете петь песню, топтаться на месте. Встаньте, дети, встаньте. На 3-4, поехали. Встаньте, дети, встаньте в круг. Встаньте в круг, встаньте в круг. Жил на свете добрый жук. Старый добрый жук. Никогда он не ворчал, не кричал, не пищал. Громко крыльями не прищал, только ссоры запрещал. Давайте. Я не буду это делать. Встаньте, дети, встаньте в круг. Ну, Ром, ну давайте. Встаньте в круг уже. Ну, цепочка друг за другом дети, пошла. Дети, встаньте. Кто меня так шлепает, папа? Так, все. Готов? Кристина дарит подарок. Лен, комментируй. Лен, Кристинка дарит подарок Олежке. Собери, а ты пой тогда. Пой. Встаньте, дети, встаньте в круг, встаньте в круг. Ребят, вот, Кристиночка, спасибо тебе большое, моя милая родная. Она мне подарила, короче, клавиатуру. Зачет. Зачет, игровую клавиатуру. Все. Да. Вот, и какие-то бокалы. Я только встал прям под фонарем, блядь, и все, она хотела. Так, все. И нам да, бокалы показывают. Ага, показываем бокалы. Вот такие крутые. Вот такие крутые бокалы. Все. Зачет. Дальше. Дети, дальше идут. Встаньте в круг. Встаньте в круг. Коробочка. Колоночки. Наушники. Это вроде не колоночки. Ну, наушники. Брат, счастья желаю тебе, успех во всех делах, везде небольших побед, чтобы радостная жизнь была. Пусть везде тебе будет по силам, удачи, пусть все эти пути, легко, интересно, красиво. Желаю по жизни идти. Олегу от Романа. Все, спасибо, супер! Братишка. Так, а это отдельный сувенирчик от, от мамули из Таиланда. Тут мыльца слоненок, там всякие попрекушки, магнитики, всякие сладости. Запечатлеем. Это тебе маленький презентик. Давай, всё, открытку убирай. Все, открыт. Наушники нам подарили. Видите, у нас сегодня клавиатура, наушники подъехали. Что еще будет, ребят? Будет интересно. Встаньте, дети, встаньте в круг. Анютка, что подарит? Клапан, который он просил на стойный светильник, как говорится. Вау! Вещи нам полезные нужны. Круто! А можно раскрыть, посмотреть? Ну, или уж не будет? Обзор потом будем, я думаю, снимать. Да? Зеленая тут. Да. Уж не обессудь. Все, настольная лампа, как я и хотел, журавль, который гнется как хочешь. Вот я и хотел именно это, она сама догадалась. Ну, смотри, с полуслова понимаешь, спасибо. Красавец. А меня не посылал. Я тебя...
Честно, так, ну и кто у нас следующий? Богдан, уважаемый гость! Снимай Богдана. О, ну тут шикарный микрофон подвешен. Оборудование, которое поможет тебе допикивать мат. И улучшит качество твоей речи и звука. В разы. Держи. Спасибо, бро. Зачет и подарок. Спасибо, братан. Давай. Все. Обрыбились. Блин, а с шарами. Снимаете? Спасибо. А что за подарочек? Я ревную. Да ладно, успокойся. Вот холодными и зимними вечерами будешь. Ага. Маленький гондон сдулся. Это. Холодными зимними вечерами будешь тут чаек, может что-то погорячей тут пить. И меня вспоминать. Да. Класс. Вот. Давайте какой-нибудь шарики запустим. О, так вы его привязали к пакету. А я посмотреть сейчас хочу. Что хотя бы, что это? Это специальная клузочка, никто не понимает. Ты посмотри, что там, блин, горит. Богдан, они! Распаковывай скорее, ядрёна мать. Мне сегодня 30 лет, ты гляди, что мы такое забубенили. Наша рыбалка с тобой, ты глянь. Охренеть! Эх, Богдан! Вот это кружка! Кайф! А открытку будете зачитывать мне, как Рома? Да, я потом. Да. Давай сейчас зачитай. А сейчас? Да. Олеж, по жизни с улыбкой желаю шагать и мир позитивом всегда наполнять. Пусть будет все, что о чем ты долго мечтал. Желаю, чтобы счастье за хвост ты поймал. Я его обязательно поймаю. Спасибо, Лен, огромное тебе. Благодарность. Как все приятно, когда дарят подарки. Это же ужас какой-то. И снимать, окей, красава. Погнали, станьте дети в круг. Роман, с днем рождения. Спасибо. Ребята, у нас, кстати, сегодня день рождения также еще у Романа было. Так что его поздравляю с прошедшим. Мы объединили с ним все в один день. Вот ему подарочек от Кристины. Спасибо, Кристина. Это что у нас? Амбассадор Дарк темный. А шампунь подарочный есть? Набор. Шампунь где там? Шампунь и... Вот самая, самая полезная вещь, да, Рома? Все, целуемся. Отходим. Садимся на кроватку, Кристин, присаживаемся к столу. Начинаем кушать. Следующий, кричит заведующий. Поздравляю с прошедшим днем рождения. Я знаю, что тебе нужна клавиатура, хорошая клавиатура. Точнее, клавиатура, а мышка. Сорян. Вот, поэтому решил тебе к седьмую купить, чтобы ты играл, и она тебе прослушает, ну, не меньше лет 5, точно. С днем рождения! Спасибо, Анютке. Ну, как знала прям. Конечно, я не хочу дарить фигню. Спасибо, Солнце. Как в воду глядел, Роман. Спасибо, писец вообще, ну, как по душе маслом смазал. Ну, ну, и теперь тебя Богдан удивит. Ты как вы меня удивили. Это, не буду спойлерить. Как говорится, повторение мать учения. Да. Вот. Тебе как раз... Спасибо, Богданыч. Вот за это спасибо. Вот за это спасибо. Давай на камеру заснимем. Ты гляди. Тут две стороны. Это который у меня на превьюшке стоял. А это где мы с тобой, вас по 13, блин. Да. Ты, ну все. Ну как смазал, ну Богданыч, ну заяц спасибо. Ну все. Вы видите, как мыслим-то одинаково. Ну ладно, я пошел за своим подарком. Надо лезть. О, да далеко лезть, походу. Ну что, станьте дети, станьте в круг, что ли? Давай. Ну что, народ, братишка. Дети, встаньте. Пришел братишка к своему другу. Я ему сделал уже клип, как вы все видели. Ну, клип это маловато. Мы ему сейчас сделаем еще такую затравочку на долгую-долгую память. А сам под нее он уже сделает отдельно. Я не просто нигде не нашел, отдельные иконки. Если ты захочешь все это сделать в картину, ты это сделаешь. Но пока это в виде будет плаката. С днем рождения тебя, братан! Открывай! Ну, блин. Я уже боюсь. Это калейдоскоп, Ром, понимаешь? Ну, я все не понимаю, что это. Ух ты, батюшка. Ну это красиво, реально. Вот это на память, вот снять так главное. Круто. Там видно, Богдан? Да. На память. Здорово вообще, от души. Тут я есть, да. Ну и как же тебя-то, любимую-то? Я уж с ребенком не стал вклеивать. Ну дайте я сам посмотрю.
Ух ты, здоровско. На А4, да, походу? Угу. Я один. На А4? Нет, это на... уже больше А4. А1, А1 это, да. А1. Да. Это уже ватман идет, А1. А4 это обычно. Да, надо под рамку да, делать, да. Ёшкин, круто. Крошки. Ну, круто, здорово круто. Получилось. Вообще от души. Ну, Олег... Но это покруче, чем кружка. Спасибо. Это прямо 6 в одном. Мам, с оленями мы подарили, теперь мы ему на следующий год подарили картину. Творческий подарок, как я ему говорил, творческий, но уже и своими руками. Нахимичили, натворили, намонтировали и соединили все в один плакат. Ладно, круто? Оценил все вдруг, спасибо. Ну давай, братан. Спасибо. Спасибо. Ну все, теперь мы приступаем к отмечанию дня рождения. И, ребятки, я сейчас... Кто отключил микрофон? Что за подстава? Угнала тебя, угнала, ну и что же тут криминального? Я ждала тебя, так ждала, мечтою моей грустальною. Угнала тебя, угнала, ну и что же тут криминального? Так вас не видно, не так видно только вообще. Сверкает. Включи, включи. Да реально, ты что снимаешь? Интересно, баллы он выйдет, сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим. Надо узнать. Я хочу... Не знаю. Давай сюда. Олег. А, со всех, что ли? Муч. 30-летием тебя. Здоровья тебе, счастья, благополучия. Все тебе, что ты хочешь. Ромка, большому... на камеру ест, очень кушать хочет человек. Да. Так, рассказывай, что у тебя. Я так долго ждал. Картошка с салатом, да? Картошка с салатом. Так, Ром, тебе идти. Бабушкина картошка с мясом, хваленая. Тушеная, никто так. Жил-был орел. Ну, начинай. На высоких Кавказских горах. Дубль два. Да, дубль два, что не получилось в сауне. Жил-был орел. И когда он летел над долиной, высоко-высоко, он увидел какого-то невзрачного парня и сказал: дай-ка я на него нагажу. Прям на самой-самой темечке. И пускай он будет счастье всю его жизнь долго и прозрачную. И пускай он будет счастье во всю, и что он сам себе не захочет, пускай он все будет. Вот такой вот мудрый кавказский тост мне подсказал один аксакал. Реально, ну сейчас все тосты скажут и будем чокаться. Каждый пожелает мне что-нибудь. Давай, Кристина, желай. Чтоб я умер побыстрее. Я желаю новую печень. Здорово, говорю тебе, побольше. Новую печень? Новую печень, это нормально. Нет, у меня она сама пока на ЖД, она очень здоровая, наверное. Ладно, от этой новой печень, от Анютки. Все. Новый мочевой пузырь. Поздравляю с днем рождения, с юбилеем. Там все рядышком. Желаю, чтобы ты таким же непосредственным парнем, которого все любят, ценят и уважают. Прямо все залюбили, да. Прямо. Ну, видишь, как любят. Ну все, давайте, чё? Ну ладно. Ну чё, давайте шустрее. Да шуру мне разве не. Ну! Ура! Ла-ла-ла-ла-ла! 50!
доразлили, просто, блин, не знали, кому делать. Антисок. Я немножко тут запоздал. Я хотела, Ром, но вы мне не налили. С днем рождения, Олег. Вот так с прошедшим Роман. У тебя в сауне же был... Счастье, здоровья, любви. Стримов больше, донатов больше, подписчиков больше. Все, что ты хотел, пусть будет. Плюс этот год юбилейный, вот чтобы у тебя зарплата выросла 20 раз. Спасибо. Давай. Вот да за это спасибо. Да он сопьется тогда. Нельзя ему такую большую зарплату, мы тогда вообще не найдем. Мы не можем это все удержать. Конечно. Правильно. Съедем на этом. Ну все, ребят, сейчас весь наш красивый стол вот этот разлетится, в общем. Все салаты, я думаю, разбегутся, вкусные нарезки. Если что, кому не хватит, еще подрежем в холодильник еще навалом еды. И все, и мы приступаем трапезничать и переходим потом в караоке петь песни. Не обещаю больше дальнейших съемок. Но если что загрустнется, что-нибудь заснимем. Мы засняли, как поет Лена, мы заснимем, как поет Роман, мы заснимем, как пою я, как поет Аня, как поет Богдан. Мы всех заснимем, и Кристину заснимем, если она не постесняется петь. Ну, она постесняется, я поэтому ее и не сказал. Ты меня пу... Осень, я давно с тобой, небо, я здесь. В лужах разлетаются птицы с облаками. Осень, я давно с тобой, небо. Осень, небо, ждут корабли. Осень, небо, прочь от земли. Там, где море, тонет печаль. Осень, а тебе, пусть из тебя манит волшебный любовь по небу. Ты в моей жизни, о Боже, какой мужчина. Я хочу от тебя дочку.